Привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Денис, на каком, друзья, нашем канале? Baby Go. Все правильно. И сегодня, прежде чем мы начнем озвучивать лучшие комментарии, отвечать на ваши самые интересные вопросы, мы сначала озвучим новые правила. Мы посовещались с Дэном и решили, что теперь в нашу рубрику будут попадать комментарии и вопросы, которые набрали больше всего пальцев вверх. Поэтому делитесь этим роликом с друзьями, рассказывайте им о наших будущих выпусках, пускай они вам помогут своими лайками. А также не забывайте, что у нас проходит сейчас конкурс в Инстаграме, где вы по фрагменту фотографии угадываете, что изображено на фото. И у нас уже есть первый победитель, это Ангелина Веремеева. Ссылочка на ее профиль в Инстаграме в описании. Друзья, ну а если вы считаете, что не лучшая соцсеть для такого конкурса это Инстаграм, то тоже пишите об этом в комментариях и предлагайте те соцсети, где стоит провести этот конкурс. А может быть, вы предложите ВК или Одноклассники, а может вообще Фейсбук. Пишите об этом в комментариях. Да, Денюш, ты за какую соцсеть? Инстаграм, ВК, Одноклассники, Фейсбук, какая? Вторая. ВК. Ну, посмотрим. Ну, а сейчас мы переходим сначала к вашим вопросам, а потом к лучшим комментариям и передадим приветы. Поехали! Комментарий номер один прислал нам The Night Guardian. Комментарий номер один. Комментарий номер один. У вас есть какие-нибудь животные дома? Если есть, то какие? Друзья, к сожалению, сейчас у нас нет никаких животных дома. У нас был котик, но он умер. И звали его Томик. Какой котик? Котик Томик у нас был. Ну что, продолжаем? Да. И передадим привет. Night Guardian, привет тебе. Привет, Night Guardian. Привет. Давай следующий. Запускайку. Итак, вопрос номер два нам прислала Дана Лайт. Семейный канал Baby Go. Совсем забыла. Мой вопрос, какая ваша любимая игра? Денюш, какая у нас любимая семейная игра? Какая? Дженга? Дженга, игра башня. Мы вытаскиваем по одному элементику, и проиграл тот, у кого башня развалится. Так что поедем дальше и передаем привет Дане Лайт. Дана Лайт, привет. Поехали, следующий вопрос, номер три. И вопрос номер три прислала Василиса Абрамчук. Семейный канал Baby Go. Сколько бы вы желали подписонов? Какая ваша любимая семейная игра? Какое блюдо вы в семье больше всего любите? Ну, мы просили, друзья, прислать нам по одному вопросу, не больше. Но на самом деле из трех этих вопросов, которые нам заданы, на количество подписчиков мы уже отвечали до этого. Смотрите наши предыдущие ролики. По поводу нашей любимой игры мы ответили только что. Ну, а по поводу блюда, сложно сказать, какое у нас любимое блюдо, потому что у нас в семье индивидуальные предпочтения. Я люблю продукты одни, мама другие, а Дэн совершенно третьи. Если спрашивать Дениску, Дэн, что ты больше всего любишь? Макароны. Вот Дэн у нас любит макароны. Ну что, Василиса Абрамчук, большой тебе привет. Денис, передай привет Василисе. И поехали к следующему вопросу. Четвертый вопрос нам прислал Роберто Кекс. Он уже попадал в наши лучшие комментарии, а теперь попал в вопросы. Семейный канал Baby Go. Во-первых, он пишет, что он играл в семейную фирму. Семейный канал. Это название нашего канала, да. А я вот не возьму. Давай прочтем вопрос, который нам Роберто Кекс задал, да? Да. Друзья, как вы монтажируете? Ну, я бы сказал, как мы монтируем. Монтируем мы с помощью программы Adobe Premiere. Это основная программа, с помощью которой мы монтируем. Ну что, передадим привет Роберту Кексу? Да. Привет! Ну и последний, пятый на сегодня вопрос прислала нам Жузелька Ди. Вопрос следующий. А почему вы стали снимать видео, с чего все началось? Друзья, дело в том, что я на самом деле очень много работаю, и не всегда получается совмещать приятное с полезным. Я стараюсь проводить как можно больше свободного времени с Дэном. Но еще у меня есть хобби. Я люблю снимать ролики. Раньше я снимал автомобильные гонки, а сейчас это делать невозможно, потому что надо все-таки проводить время с сыном. И мы решили совместить два в одном, чтобы я мог заниматься с ребенком, но и при этом еще и любимым делом. Поэтому мы снимаем Дэна, и в основном это развивашки, какая-то образовательная программа. Ну, с этого, в общем-то, мы и начинаем. Ну что, передадим привет? Жузелька Ди, привет! Привет! Надо вот такую ставить.
Ну а что, теперь переходим к комментариям. Итак, первый комментарий, который мы хотим выделить, прислала Таня Наконечная. Молодцы родители, даже на планшете выбирают развивающие игры. Да, действительно, мы стараемся даже на планшете играть в полезные для ребенка игры, из которых он может что-то вынести. Да, Ленюша? Да! Передадим привет Тане наконец-то. Да. Привет, Таня! Привет! Следующий комментарий Алина Блок. Вы самые лучшие, желаю вам. Мы просто не сосчитали количество нулей после единицы. Очень-очень много подписчиков, поэтому комментарии мы выделили. Ой, Дин, там много, там больше 20 нулей, мне кажется. Ну что, Дин, давай передадим привет Алине Блок. Привет! Вот так вот, своеобразный Дэн передал привет тебе. Ну что, поехали к следующему комментарию? Алло. Давай. Итак, комментарий номер 3 прислала Тамика Амада. Мальчик милый, это настроение поднимает. Можно погрузиться в детство. Большое спасибо, Тамика. Как наш Баб Мил. Мы тебе передаем огромнейший приветик. Дин, давай помашем Тамике. Привет, привет. И кроме вопросов, у нас Василиса Абрамчук попала в лучшие комментарии. Круто, обожаю вас, моя сестра. Просила передать привет. Кстати, ее зовут Влада. Очень мило, мы вас обожаем. Спасибо, зайка, и мы тебя с Владой тоже обожаем и передаем вам привет. Давайте, Нюш, передадим привет еще раз Василисе и заодно и сестре Владе. Привет! Привет! Следующий комментарий, он вот здесь вот. Вероника, видео for you. Классно, как у вас так получается. И, кстати, почему у вас 69 комментариев и 29 лайков? Тот, кто не ставит лайк, тому в глазик свой. Желаю удачи. И да, кстати, можете мне в следующем видео передать привет. Ну вот, Вероника, мы передаем тебе привет. Да. Привет. Привет, Вероника. Ну что, поехали дальше? Да. Ну и опять хочется выделить человека, который попал уже в вопросы. С его комментарием это Жузелька Ди. Воу, молодцы, мой брат так завещал, говорит, новое видео на канале Baby Go. Спасибо за видео. Пожалуйста, Жузелька, и еще раз тебе привет и привет твоему братику. Дин, давай помашем. Привет, Жузелька и братик. Привет. Друзья, ну а на сегодня все комментарии и вопросы, которые мы выделили в этом ролике. Впереди еще следующие выпуски, так что у вас есть все шансы попасть в такие еженедельные сводки. Друзья, и на этой неделе у нас еще вышел ролик по ферме, где мы играем в детскую ферму. И многие написали, что играли в другую ферму, называется Hey Day. Давайте так, если мы хотя бы получим 10 одобрений в комментариях о том, что снять нам ролик по Hey Day, то мы сделаем летсплей, да, Денюш? Да. И сыграем Hey Day. И еще раз напоминаю вам, что со следующей недели в роликах еженедельных будут озвучиваться вопросы и комментарии, которые наберут больше всего пальцев вверх. Поэтому не забывайте делиться роликом с друзьями и просить их поддержки ваших комментариев пальчиками вверх. Ну а мы с вами надолго прощаемся. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои лучшие комментарии, не забывайте нажимать на колокольчик и быть всегда в курсе наших свежих новостей. И сейчас посмотрим. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч, друзья. Пока. Пока. Пока.